Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас IT с композицией «Утопия», «Ютопия», в общем, японская версия. Все ссылки на экране, милости прошу, подпишитесь, поддержите, сделайте канал более великим, чем он есть. Хоть сколько-то великим, и мы начинаем. Ну, сразу отмечу, и гитарки прикольные. Я всегда люблю, когда используются электрогитары. Тут такой у нас еще не фанковый звук, то есть такой просто мягкий, чистый звук. Песня супер радиоформат. Вот такой припев, он прямо идеально заходит, особенно когда в машине едешь. У меня нет машины, но я иногда в ней ездил. Вот, но в целом, человек, работавший на радио достаточно долго, на протяжении 7 с лишним лет, могу сказать, что прямо в радиоэфире такая песня бы мое почтение зашла. Ну, к сожалению, не все радиостанции у нас в Беларуси вещают корейскую музыку, но в целом... Думаю, в то время, когда она вышла, если ее вещали у нас, то она прям имела огромный успех. Ну, потому что мелодия очень простая, запоминающаяся, и отмечу, что клип мне тоже нравится. И отличная рэп-часть, прям с этим низкой подачей голоса такая вот. Прям воу-воу-воу-воу. Отлично. Ну, опять же, я не смогу повторить это по той причине, что у каждого уникальный голос, поэтому что этого парня, что там Феликса условного Stray Kids или кого-нибудь еще низкоголосого, у каждого просто свой голос. У каждого это будет звучать по-своему, но ноты как бы достаточно низкие, но можно их покорить. Кстати, насчет простоты. В прошлом абзаце я вам сказал, что простота и, не знаю, хотел поднять давно эту тему быстренько. Просто не значит плохо. Как говорится, знаете, просто, но со вкусом. Краткость, сестра таланта, все гениальное просто. Вот это к тому, что когда музыканты начинают делать, в основном они пытаются максимально все переусложнить, когда начало идет типа творческого пути, и сделать максимально так, не как у всех, а потом это, оказывается, никому не нужно. И, оказывается, нужно так, чтобы это было просто. Ну, по сути, все песни построены на одной и той же гармонии, там плюс-минус, там несколько ходов есть, там просто тональность меняется. Но добавляются некоторые нюансы, которые как раз и делают песню каждую уникальной. При этом аккорды вроде бы те же самые, если играть на акустике в подъезде. Вот, то есть простота — это не всегда плохо, чаще всего это очень хорошо. Чем проще песня, тем, условно говоря, проще будет играть на улице на гитаре или в подъезде, и, естественно, она станет более такой народной. Поэтому это прекрасно. Show.
кстати, хотел отметить, думал, что это такой приятный призвук, если там на хлопке у нас паттерн отыгрывается определенный ритмический рисунок. И да, в конце припева была такая высокая нота. Ну, видите, я не переборол свою страсть вот к этим максимально предельным нотам, потому что это показывает целеустремленность артиста в том, чтобы достигнуть предела своих возможностей и потом еще выше подняться. Ну, я просто люблю борьбу за лучшее, поэтому отлично. И опять же, здесь очень хорошо играет ритм-секция, тут такой приятный снейр, есть некоторые такие призвуки от других прикусионных инструментов, есть такие тарелочки хорошие, бочка плотный, бас аккуратный, и вообще весь микс такой звучит очень плотно, то есть тут нет такой чудовищной глубины, там миллиард планов куда-то там, и все слишком широко, нет, все прям как надо, все такое достаточно умеренное, то есть не слишком глубоко, не слишком узко, не слишком широко, опять же, но не слишком узко, ну то есть... Все прям сбалансировано, по ГОСТу. Вот последнюю часть можно отрезать и пускать на радио. Ну, это как раз последняя часть 40 секунд, вот это тихо идет, там 30-40 секунд. Ну, тихо, более спокойная. Песня шикарная. Радиоформат, это комплимент. Серьезно, она очень здорово звучит, очень свежо, энергично, так знаете, ярко, солнечно. Не знаю, летнее, что ли. Добавлю себе в плейлист, вам тоже рекомендую. Что еще? Список бустеров на экране. Ну, да, я уже во время ролика и так наговорил. Давайте хотя бы в конце без выводов, да? Спасибо, дорогие дамы и господа, мы за то, что продолжаете поддерживать все мои каналы, деятельность их. Благодаря вам другие тоже могут наслаждаться этими роликами. Если бы не вы, то они бы наслаждались меньшим количеством роликов. А еще спасибо всем, кто голосовал за этот марафон. И спасибо тем, кто донатил на сборку ПК и продолжает это делать. Самореклама. Милости прошу к нашему шалашу. Воу-воу-воу. Что там есть? Там есть... Множество интересного контента, который могут посмотреть только привилегированные люди, которые подписались на мой бусти. Вот, также у нас есть канал MP Review с кей-поп новостями, MP Live со стримами и телеграм-канал как хаб-локация. С вами по-прежнему Максим, я не говорю прощай, говорю до новых встреч. Пока.